В субтропиках резкая смена погоды в порядке вещей, но не каждый турист знает об особенностях сочинского климата и уж тем более, что делать, если непогода застигла в пути. Теперь обязанность информирования о правилах безопасности при ЧС возложена и на ательеров. Руководители объектов размещения должны выполнить ряд обязательных действий. Они обязаны в первую очередь оповестить всех своих туристов и провести ряд мероприятий, таких как, например, там, закрыть все окна, двери, закрыть все пляжные территории, обеспечить переход туристов в основные корпуса. Также необходимо им запастись пресной водой, проверить альтернативные источники энергии, масса других позиций. Требования изучить правила безопасного пребывания на курорте предъявляют и самим туристам. Теперь алгоритм действий при ЧС. Отдыхающие начнут штудировать, едва заселившись в отель. Для них разработана специальная памятка. По поручению главы города информационные брошюры должны быть в свободном доступе на стойке ресепшн каждого объекта размещения. Но даже если изучить ее у отдыхающих не хватило времени, а непогода застала врасплох, сотрудники отелей должны быть готовы прийти на помощь. Для этого они проходят специальное обучение. Обучаем руководителей подразделения, вплоть до генерального директора, в специализированных учебных организациях. То есть обучаем их по программе. Это обучение по охране труда, по пожарной безопасности, по оказанию первой помощи. Памятка разработана при участии специалистов Управления гражданской обороны и защиты населения. Информацию, которая должна содержать брошюра, представители гостиниц получили на совещании.